Ну вот я и пришел в середину сада, там теплица, делаю прогулку, как я рассказывал, что сегодня первый хороший день. Чего ты там, Серёж? Привет, крутой отпугиватель. Затарахтел у меня, чуть аж не вздрогнул. Косить начал, да, Серёж? Ну, человечество поприветствуй. Ага. Что там, забивается, да? Ну, сейчас батарейку поставлю. Как оно там устроено? Слушай, а что с этой травы можно делать? Глянь, сколько. Пирожки можно печь? И попробую. Что, за место петрушки? Да. Ну что, сахару добавить? Разнотравье, тут и одуванчики, и молочка, да, и конские щальбы. Ну, все тут есть, да. Ну, кроме нарциссов, тюльпанов. Да почему? Ты можешь и нарциссы захватить будут. Пройдись по ним, глянь, сколько тут нарциссов. Вон он. Не тронул? Я вижу. Ты снайпер. Ты наоборот антиснайпер. Вот он. Видите, косил, а остался нарциссик. Пожалел Серега его. И вон тоже пожалел, тюльпанчик обошел. Видите? А все это кошено. А тюльпанчик целенький. Серега его не скосил. И нарцисс, вон, видите? Прям посередине. Да, Сережа молодец. Он чувствует цветы, растения. У него такой дар, талант от природы. Дано ему это. То он и любит свое дело. А когда любишь свое дело, оно не в тягость. Ну что, вот мы и подошли. Кузькин пруд. Вот они рыбки. Где-то тут Кузя. Сегодня, наверное, будет у меня короткий репортаж. О, лягушка напугала. Потому что вон Кузя. Потому что мне надо идти домой. И я решил пробежаться, просто бульдожик прогулять. Но поскольку я близко возле теплицы, то покажу инжир. Он выживает благодаря теплице, потому что у нас бывает он перемерзает и потом начинает только к осени плоды давать. А здесь уже, гляньте, сейчас я покажу. Марсик уже ревизию проводит здесь. А здесь, вот, смотрите, вот он плодик. Уже один. А здесь их, сейчас я покажу. Вот. Раз, два, три, четыре, пять, шесть. Шесть плодиков на одной веточке. Видите, сколько. Этим деревцам всего 2 года. Третий год пошел, поэтому они маленькие. И еще корневая система слабая. Ну вот он, видите, выпускает почки. Ну, сюда любят заходить ящерицы, и они привлекают Марсика. Ну, кого что привлекает? Марсика привлекает ящерицы, Мирку привлекает вот этот ящик. Вот, смотрите, ее нету, да? Гляньте, тут нет, там нет, здесь нет, не видать. Ну, посмотрим. Вот она, Мирка. Вот она. Тут сколько прошло секунд? 0,1 секунды. И мы уже в заветную ящичку. А другим дважды повторять не буду. Лирик. Лирик.
берег. Нету лирика. Вот сюда так. На, за лирика съешь. И ты тоже. Лирику главное зайти в сад. Потом его отсюда выковырнуть очень сложно. Мне надо сейчас Сережей решить. Знаете, что вот у нас розочка маленькая. Такая красивая розочка, но меленькая. Так, вот такие розочки. И вот надо куда-то высадить этот куст. А куда сейчас? Выключу камеру и буду Сереже решать, куда. О, все. Все, вот она, добыча. Слышали? Удар. Слышали? Вот он, охотник. Гляньте, лапы как расставил. Кто-то... А, вон и Лирик пришел. Лирик, иди. Мирка его ревнует, не знаю. Ой, Рада, вернее. Рада, она как-то относится ревностно к Лирику. Ну, в смысле, бодает его. Лирик, на. Я тебе тоже на, и ты на. На. Где ты гулял? А этот вон, видите, попа торчит. Ему тут не до рыбьего корма. Ага, подошел. Все, в большой семье надо быстро реагировать. Уже ничего нет. А мы тут посадили вот кипарисы. Вот, вот видите, палочки желтенькие. Это все обозначает, где посажены кипарисы. Возле водоема. И вот еще есть такой лесок из кипарисов. Ну, поскольку Кузи не видно, вода потемнела. Я вижу, вон темное пятно пошло. Вижу, ну. Это только я вижу. Надо брать сачок и сачком его оттуда выковыривать. Но я этого не хочу делать. Все, возвращаюсь домой. Кто со мной? Идем домой. Все, мы прогулялись, сделали большой круг. Теперь идем по аллее. Это аллея дружбы называется. Кто-то из подписчиков предложил назвать ее так. Вот она здесь, видите, магнолия. Тюльпаны. По этой аллее мы всегда возвращаемся домой. Марсик! Марсик! Марсику надо хлопать ногами. Тогда он идет, реагирует. Марсик! Марсик! Ну что, я хочу закончить свой репортаж вот этими прекрасными цветочками, тюльпанчиками на фоне радочки для наших подписчиков.